12 мая – Всемирный день медицинских сестер. Фактически празднику уже более 100 лет, но официально он был учрежден только 50 лет назад, в 1971 году. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию – Международный совет медицинских сестер. Впервые служба сестер милосердия была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл. Всемирный день медицинских сестер по решению Международной организации Красного Креста отмечается именно в ее честь, в день ее рождения, 12 мая. Тогда и сформировался устойчивый стереотип: медсестра – это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола. Начиная с 1997 года в Украине по инициативе Министерства охраны здоровья также отмечается 12 мая Всесвітній день медичних сестер. Интересный факт: наибольшее число медицинских сестер в Финляндии на 100 тысяч человек приходится 2162 медсестры. Для сравнения, в Гаити на 100 тысяч человек приходится 5 медсестер. Поздравляем наших медсестер, медсестер нашей Славутической больницы. Спасибо им за их труд и спасенные жизни славутчан. Увага всего світу прикута до лікарів. Слова подяки лунають в основному на їхню адресу. Однак є люди, без яких лікарі ніколи б не впорались. Це медсестри та медбрати. Ви ті, хто першим зустрічає пацієнтів на порозі лікарень. Ті, хто ночами сидить біля ліжка хворого, першим натискає на тривожний дзвінок. Хто асистує лікарям в операційних. Хто забезпечує не лише лікування, а й постійну турботу. Ви ті, хто стає сім'єю тоді, коли рідних не пускають в операційну в перші хвилини реанімації. Ви ті, хто турбується не лише про хворого, але й про його сім'ю. Дякую вам за любов, відданість і ваше велике серце. Зі святом! Бережіть себе! А еще сегодня мы получили интересную информацию от нашей больницы. Подписано 16 пакетов на предоставление 16 видов услуг по программе медицинских гарантий, которые будут финансироваться НСЗУ.